У главных ворот заведения Сидин Пин и его супругу Пен Люань встречали герцог Йоркский принц Эндрю, министр финансов Великобритании Джордж Осборн, ректор колледжа и другие чиновники. Для высоких гостей была организована экскурсия с презентацией последних разработок в сфере медицинской робототехники. На данный момент в Имперском колледже Лондона учатся 2000 китайцев. Заведение активно сотрудничает с университетом Цинхуа и Джидзянским университетом, а также ведет совместные работы с телекоммуникационным гигантом Huawei. Позже председатель КНР с супругой прибыли в Ланкастер Хаус, где встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Здесь также была организована китайско-британская выставка креативной индустрии. Гостей особенно заинтересовали экологические автобусы и такси, разработанные учеными двух стран. В их числе и прототип спортивного электромобиля Aston Martin DB10. На создание этого чуда техники производитель потратил 50 миллионов фунтов или 77 миллионов долларов. Уже заключено соглашение с китайским партнером China Equity по производству машин с нулевой эмиссией на базе спортивного седана Rapid.